Из поселка Калачи переселены первые жители. Их разместили в населенных пунктах Акмолинской области. Ключи от квартир получили 8 семей. Ранее аким Сергей Кулагин обратился к сельхозтоваропроизводителям области с просьбой помочь с переездом жителей Калачи. Аграрии согласились профинансировать первых переселенцев. Еще 2 миллиарда тенге выделят из госбюджета. На эти деньги будут восстановлены 2 жилых дома в бывшем военном городке Державинки. Переехать согласились 303 человека, это более половины сельчан. В мае планируется завершить переселение. Аки мы встречались с местным населением у нас, опрашивали, кто куда желает. Ну, тогда встретился я с некоторыми представителями, в частности, с акимом Целиноградского района. Вот он предложил, чтобы сюда приехать. Вот в понедельник я приехал, вот, и мне вот предоставили жилье.